Всем большой привет, мои дорогие. Я выздоровела, у меня был ковид. Третий раз, каждый год. Все, так рада, что обратно возвращаюсь в свои рутины. Я, знаете, что заметила в этот раз? Я уже 100 раз говорила, что когда я ковидом переболел первый раз, у меня пропало чувство обоняния. Нет, нюх пропал. А это я начала замечать. Не знаю, может, мне кажется, как будто у меня стал потихоньку возвращаться. Вот особенно, когда я третий раз болела, вот последние дни лежал дома. Как будто у меня это смел возвращается, как запахи. Соскучись по моим распаковочкам. Подойди, поздоровайся. Твои шеи. Бить, как секонд-хенды. Света. Привет. Чего? Тебе не надо любить, тебе не надо. Да, я не люблю. Просто я ей говорю, я даже приезжаю, когда мимо Гудри, у меня же я на весь эти магазин. И так же вот там, я один раз заказала, и вот прям лежит вот это такое дерьмо. Ой, ну у тебя неудачное было просто. Да, ты прям удачно заказала. А сейчас я сейчас покажу. На разных сайтах заказывала. Сейчас покажу все. Это 15%. Бачки, еще что-то какой-то. В клуб вступайте. Ну, уж это я делать не буду. Нет. Ну, слава богу. Я умная. Не завалишь. Я буду без клуба. Так, коробочка. Что-то здесь коробочки. Ой, какие хорошие. Ой, слушайте, мне кажется, они мне маленькие. Ой, они такие хорошенькие. Ой, блин. Они очень маленькие. Ой, какие хорошенькие. Смотрите, прелесть. Мерседес покажи, бегов заберет. Свет, может, тебе будет как раз. Ты смотри, какая прелесть. Блин, да узкие. Думаешь, узкие. Ой, потому что, знаешь, что? Они не совпадают с этим. И который я выбрала размер, они говорят, его нет. Я выбрала маленько поменьше, и они маленькие. Ну, может, и Золушка. Да нет. Ну, попробуй. Сам главный Мерседес не показывает. Ой, какие хорошенькие, вы смотрите. А то Мерседес сразу. Ой, да, у меня как раз никогда нет обуви. Да. Мой любимый размер. Боже, это все, и мой цвет, и моя модель. Хорошенькие, блин, я так и знала, что они пришли, ты маленькая. Ну, знала, зачем заказывал? Ну, все-таки Вера какая-то. Ну, ладно, ничего. Туфельки, ну что, разве плохие, Свет? У них, кстати, обувь отличная, отличного качества. Я тоже себе тапочек, откуда мне подарил. Нет, это не туфли, это были говнотопы. Так, дальше, Светуля. Ой, какие хорошенькие, беленькие, легкие, пушиночка. Это хорошие. Я, знаешь что, потому что думаю, в дорогу. Да, в дорогу. Да, я хотела. Я, по-моему, заказала Мэтис. Ой, какие хорошенькие. Ой. Смотри, чудо прям. Ну, что, я люблю обувь, которая прям так... Ногу, суппорт со всех сторон. Да нет, конечно, тряпка. Да пойдет. Не, я что имею в виду, потому что у меня щиколотка. В прошлый раз, помнишь, я на физику ходила? Да, да, да. И мне надо прям, чтобы не болело. Мне тем более я с оленем бегаю. Ну да. Нет, это я, Света, это я больше как на лето, вот в поедем в это... Мы в феврале едем же отдыхать. Так. Вот еще костюмчик я, кстати, взяла, Свет. Я надеюсь, он будет хороший. Потому что я хочу... Открою? А, давай. Компьютер. Багулс вообще. Неплохо. Давай. Ну-ка. Слушай, Свет, смотри. Сейчас я покажу. Это такой костюм. Это я тоже купила, чтобы самолет лететь в самолет. Как пищава! Да ты что, февраль месяц, какой самолет? Это как дом пижамы, Надька. Ты слышишь, как ты будешь смотреться ужасно. И думала, белые кроссовочки. Идея-то хорошая, видимо. Ну, ты представляешь, полная, вот это вот октагон такой, цвет такой. Если бы было все... Да нет, качество... Вы знаете, это такое качество, которое всегда выделяет все недостатки, наоборот. Что такое, все кажется, как вот идет. Ну, ладно, это, особенно это... Кальсоны. Не позорь. Света, дома идеально.
$8 за такой костюмчик аккуратненький. Дом хорошо. Да. А я смотрю в дорогах, чтобы тепленько хочу... было. Февраль, но... Так февраль, а там прилетишь ну, и там... Ну, штаны оставишь, не прям теплые, а штаны доставишь. А, ты помнишь, как мы улетали? Я просто не думала, что он такой качественный. Я думала, ну, это типа... Как? Типа вот как вот это. У меня это, в спортзал такие, эти две... Специальные, они еще как... Вот они в жару, наверное, да, хорошо. Да. Они хорошо, вот когда потеешь, они хорошо. Так, ну, я одену, и, слышишь, такое ощущение, вот, как будто еще больше склад. Так тоже не модельно это. Ничего страшного. Нет, дом отлично, да, дом отлично. Так, ну, пока еще вот только это, как бы, придется не брать в дорогу. Ну, что-нибудь найду. Вот прямо, чуть джинсы лети, все, там внизу моя Света, футболку. Ты смотри, какая хорошая вещь. Это хорошая вещь. Смотри, сейчас. Язычков не вижу, где открывать. Подводу. Никитик, маленькая сумочка. Вот так вот повесил себе. И у тебя всегда как хозяйственная сумка есть, Свет. Ты смотри, футлярчик. Вот смотрите, какая хорошая вещь. Сумочка маленькая висит у вас аккуратненько. А вы зашли за продуктовый магазин, затарились хлебушком, молоко. И вот вам сумочка. Никто мое лицо веселенькая, не а? Никто мое лицо не видит давно. Хорошенькая, ну, Свет, ну, хорошая идея. Даже на работе пусть будет. Вот так что-нибудь принесешь, а домой брать не в чем. Это, кстати, Света, да, можно... Да. Если тебе это дело составляет радость. Мне, например, даже... Это что за клочки? Не знаю, откуда ты... Это твоего костюма розового. Нет, мне кажется, вот это. Вот этот похоже. Ну и ладно, ничего. Девочки, $2, а такая качество хорошее. Ее даже можно зайти... Такая качество. Ой. Не могу я с вами, не могу можете. Я с вами. Это даже можно, Свет. Ну нет, это, наверное, маловатенько. Нет, мне нравится. Я специально с такой целью взяла, чтобы вот так вот повесить, где ключи на сумочке, и пусть висит сумочка. Ну и а что вот ты это... сумку купишь? Мы ходим затариваемся на неделю. Нет, я даже думаю, в школе надо будет. Ладно, ничего, я пристрою. А вот это вот побольше. И эта, Свет, уже сумка, тоже аккуратненькая, в таком чехольчике. Эта сумка будет у нас на пляж. Тут туда брать на пляж. Сейчас открою. У тебя что, нет пляжной сумки красивой? Есть, но мне хочется новенькое что-то. Ну, представляешь, на какой кишкоблудин будет мотаться. Хочется что-то зато, там... зато места не будет занимать. А что туда ложить-то? Как бабка деревенская, пушкатится. Полотенчика, расчесочку. Например, кинуть бутылку воды и солнце, это спрей от солнца, отлично. Потом вот так вот скомкала, и она место не занимает. И что, скомкала, идешь в пляжу? Стирается легко. Так, пока товары нормальные, пока я еще как бы только вот в этом разочаровалась, ну и то, дома буду ходить. Да смотреть. Дома нормально. Да, оделась, не стыдно дверь открыть кому-нибудь. А кто к вам ходит? Кто постучит, я, нет, нет, убегаю. Хожу, потому что всегда у меня бигудян на голове, хвост и какая-нибудь футболка длиннющая. Или, ну как, или пижам какая-нибудь, когда не планируешь. О, расцветочка мне уже нравится. Иди сюда, лицо показывай свое. Не хочу. Ой, ну вот это вот хорошенькое. Тоже туда, я для этого, для поездки. Решила все новенькое купить, Свет. Мне все есть. А еще потому что, смотрите, расцветка хорошая, Свет. Ну туда, на лето-то, Свет, $5. Нет. Ты смотри, какая, потому что это все на распродаже. Не то, что так себе. Света, на лето, туда, представь, пекло, жарище. Мне единственное, что нравится, что только два цвета. Я не люблю многоцветие вот это. Мне не без разницы, я могу многоцветное. Мне очень нравится то, что, смотри, она даже может быть, как накидка на купальник. Угу. Ты можешь одеться и можешь вот под купальник одела и пошла на обед. Приличненько. И оно такое, оно не будет жарко. Понимаете, там такое пекло, это вообще жарище. Я специально такие вот материалы купила, чтобы это освежить все свои платья. И
как кукленок я буду. Я вот вам буду все снимать, я довешусь. Да, хорошо, волосы, косметику, туфельки одену. Я кукленок буду. Я могу дешевые вещи преобразить на себя. Так. Молодец. Ну так вот все. Больше не было маленькой. Вот, а, все, вот, что ли? Да, да. А-а-а. Вот туфли только вот единственное мне жалко. Очень жалко. Ну ничего. Может, подарим кому-нибудь. Не на работе, не на работе. Найдем. Цвета. У тебя есть такой? Что-то, значит, да, права, да, я специально. У меня потому что поясок есть такого цвета. Mm-hmm. Ремешок. Я думаю, бах, как хорошо подойдет такого-то рыженького цвета. Хорошенькие, аккуратненькие, mm-hmm. качество мне нравится. Хорошие, ну я не знаю, как они будут. Ну, видишь, Надь, тебе что хорошо, ты можешь не глядя покупать обувь. Если размер подошел, да, тебе все да, подойдет. Да. Ой, я в жизни нет. Я в жизни нет. У меня стандартная нога. Mm-hmm. И... А у меня рот уродца. Рот уродца. Да. Ну ладно, девчонки. Да, не забудьте, 15% скидка. Реклама. Точно они мне должны платить. Ой. Да, мы так, копейки. Ну ладно, мои дорогие. Буду копейки, отключаться. Копейки. Ты заказываешь постоянно. Только от одного заказа другого. Ну, я заказы делаю все, что на прям красной распродаже, Свет. Вот эти вот туфли, они были, ого-го, сколько стоили. А я считаю, за $10. Это очень хорошая цена. Кроссовки что-то 8, по-моему. Платье 100% 5. Вот эти что-то доллар с чем-то. Вот такие вот вещи. Ну, я люблю. Вот такие вот мелочи, они мне приятно, радость дают. Да, потому что дорогие если... вещи все равно, Свет. Если тебе... Нет, да я не знаю, потянешь. Надь, да знаю я. Я вам купила, так говорю, 5 пар кроссовок. Набрала сразу разных моделей, как бы со шнурками, а. И без шнурков, и светлые, и темные. 5 разных набрала. Двое на лето, вот оставила в поездку, все. Надь, $350. Mm. Почти 400. Я не смогла. Это дорого. Я аж сама охренела быстро сказала. Ой. Ну зато, Надь, у меня нога дебильная же.